Привет, друзья, я Фикса, и позади меня находится самая настоящая лаборатория SCP. Да, не удивляйтесь, что у меня с собой микрофон. Сегодня я возьму на себя самую тяжелую ношу и стану охранником этого комплекса. Я боюсь представить, что нас ждет, но надеюсь, мы справимся. И самое главное, выживем. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а мы начинаем. Приятного просмотра. Я пошел. И да, я побрился. Я охранник. Обалдеть, я первый раз охранник. С ума сойти, ребята. Или я уже был охранником, по-моему, нет. Самое важное, у меня вышел клип на песню «Вирус». Переходите по ссылке в описании, срочно его смотрите. Это лучший клип за все время. Я очень старался. Поэтому твой просмотр невероятно важен для меня. Спасибо. Вау, просто вау, я охранник. Итак, у меня карта 3-го уровня. Мы в целом можем выйти на КПП. Это вот такая вот локация, где, значит, лес у нас и все такое. Но туда мы сейчас с вами не пойдем. Мы пойдем искать ученых, потому что ученых надо защищать от персонала Д. Если персонал Д найдет оружие, он расстреляет всех ученых, и, соответственно, мы проиграли. Чего допустить ни в коем случае нельзя. Вообще нельзя. По заданиям, мне нужно разблокировать КПП через центр управления. Но по идее, это где... О-о-о, SCP подсветил всех. Все, я нашел. Так, это персонал Д. Назад, назад, назад. Это... Вон мои ученые, вон мои ученые. Надо быстрее к ученым. Вообще могу сейчас прийти расстрелять это персонал Д. Только у меня патроны могут закончиться. Поэтому нужно искать патроны, если что. Вот здесь куча мусора, где-то может валяться. О! Патроны. Супер. О! Еще патроны. Аптечку заберем. Конечно, конечно. А, я не слишком далеко идут. Еще аптечка, хорошо как, а? Так, тихо. Фиксай. Я иду, вы где, вы где? Как вам? Они у входа КПП, блин. Как мне к ним добраться-то? Ё-моё, надо, мне кажется, в обратную сторону бежать. Во, вот сюда вот. О, иду. Здорово, здорово, вот, здорово. Отлично, 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 все. Почему, давай, панель... почему панель заблокирована? Да, панель заблокирована, я не могу почему-то. А почему я... В прошлый раз я когда подошел, я что-то тыкнул, но я сейчас опять тыкаю на КПП, но что-то, ну, не... Оно почему-то, ну, не реагирует. Карта 3-го уровня нужна, но карта панель заблокирована. Что-то баг какой-то, слышите? Подождите, да, подождите, стойте. Да. Здесь какой-то баг системы. У меня до сих пор пишется разблокируйте КПП через центр управления. Просто она у меня заблокирована, потому что у меня квест не активируется почему-то. Как, а какой у тебя квест? Разблокируйте КПП через центр управления. А это он есть, нет? Это не центр управления, это КПП. А-а-а! Это ты просто дурень! Попонника, обратно возвращаемся. Мы а где КПП быть. Находится? Центр управления. Центр управления, это вроде как интерком или типа того. Найди. А как? Какой интерком? А где он находится? А что мне делать надо? Какой центр управления? Интерком, значит, нужен, да? А где он находится? Какой интерком? Мейнгейт, вот. А где центр управления-то? Что-то я не понимаю, если честно. Центр управления. Какой центр управления? Да мы сейчас проиграем. Разблокируйте КПП через центр управления. Какой центр управления? Алло, Добит, какой центр управления? Я откуда знаю, я не играл за охранника. Я если играл, то очень давно. Видимо, интерком, ищи интерком. Мне кажется, это центр управления. А, или... Так на улице же! На... Помню, это же вроде как на улице должно быть где-то. Или так, да, кстати. Проведите, я помогу, пишет. Ага, персонал Д. Тогда нет. А-а-а! Где находится? Я не понял. Разблокируйте КПП через центр управления. Что? Я не понимаю, ребят. Страшно. Страшно. Что это? Что это за место? Что это за место, ребят? Опа. Тихо. Вот он! Да? Нет? Нет, это не он. Может быть, это центр управления? Я не понял, что это за локация была, ребят, это вообще шок. 914-й. Я не понимаю, где находится центр управления. Ладно, придется договариваться. Ладно, поросенок, давай, пойдем, договоримся с тобой, так уж да, и быть. Давай, давай, где выход срочно, скромник идет. Какой скромник? Давай, мне нужен разблокировать КПП через центр управления. Где находится центр управления? Нам нужно сейчас наверх, наверх, наверх. Пойдем, пойдем, давай, договоримся. Смотри, договор такой, ты мне показываешь, я тебя отпускаю. Так. Ты что разводишь? Это самый нижний этаж. Так, нам нужно на выход. Нет, типа,
Или что? А, ребят, вы... А, я вижу чат, ребят. Вы все пишете на улицу, да? На улице находится, окей. Ща, а где выход? Я забыл. Ща, мое терпение лопается, поросенок. Мой пистолет наготове уже реально, а? Так, успокойся. А ну давай! Я помогу тебе. Да вот же лифт наверх, алло, вот лифт наверх, куда ты пошел, а? А ну давай, быстрее пошел. Давай, давай, я бегу, бегу, все, наверх, наверх. Все, ща помогу где. Давай, открывай, теперь со мной иди, без обмана, без обмана. Ща проведу. Давай, без давай, обмана. Без обмана, без обмана, давай. А, мы в дэшку попали, я подумал, мы в другое место попали. Просто... Давай, давай, веди меня, веди меня, я просто я смотрю. Я просто говорю, я подумал, что нам нужно сюда, потому что я знаю, куда. Ну ладно, я не знаю, куда идти сейчас. Нам не знаешь, куда тебе идти? Да потому что я что-то делал, но что-то делал, короче, что-то делал. Короче, поросенок, ты бесполезный для меня. Успокойся, ё-моё. Алло, спокойся. Вот, ты. Все, удачи тебе найти аптечку. Удачи, да-да-да, давай. Так, все, хорошо, мы его обезоружили, он очень медленно передвигается. Да-да-да, я вас слышу. Ты нашел на улицу? На улицу! Да я понял, да я понял, что на улицу! Это мне поросенок начал вести туда-сюда, я так и знал, что ему доверять нельзя. О, все, да ну этого добей-то. Все, ребят, я вижу, на улице, значит, на улице. Это не запись, это стрим, если что. Так, бежим, 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 бежим. Нам сейчас на улицу надо, как на улицу попасть? Осталось понять, как на улицу добраться. О, амуниция, подождите. А, карта 5 уровня. Ну, конечно, 4 точнее. Сейчас осталось еще понять, как добраться. Вот, выход А, выход Б. Что-то мне подсказывает, что нам сюда надо идти. Я снова наружу. Господи. Этот комплекс просто ужас. Это 914, нам не нужен 914 SCP. Нам нужно наружу. Ку-ку. Ушел отсюда! Ушел отсюда! Ушел отсюда! Я отбивные хотел! А ну вернись! Ребята, я не могу понять, где находится верх. Как? А, вот, высокая лаборатория, вот она здесь находится. Я просто кругами ходил туда-сюда, туда-сюда. Привет! А аптечку мы заберем. Как выйти отсюда? Тут же написано High Lab, высокая лаборатория. Как мне выбраться отсюда? Я просто кругами хожу. Ну да, это я просто хожу кругами. Так, смотрите, вот security, подождите, да? Вот здесь где-то находится серверная. Да. Это, кстати, не на улице, ребят. Не на улице находится. Не на улице находится. Так, все, найдите научный комплекс в этом. Найдите научный персонал в комплексе. Точно, надо запомнить. Зеленый коридор означает, что там находится как раз-таки вот это вот все. Фиксай рядом. Фиксай рядом, говорят. Бегу, бегу. Фиксай! Привет, привет! Иду, иду! Все, наконец-то! Заходите, все, проходите. Ура, давай на улицу, быстрее, на улицу, на улицу. О, да, быстрее, там почему SCP сразу же сюда прибежал? На улице, на улице, на улице, быстрее, быстрее. Вот экзит тут, сюда, 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 сюда. Давай, 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 идем, идем, идем. Все, быстрее, 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 быстрее. Идем, идем. Итак, нам сейчас нужно их сопроводить к подстанции. Она находится внизу в лесу, поэтому идем. Поэтому мне нужно их сопроводить, чтобы здесь никто их не убил. О, тут бумаги. О, Папоник, возьми карту себе. Карта. Да, возьми, возьми, возьми себе карточку, да. Все, может быть, ну и эту лабораторию, поедем отдыхать на море. Давай, давай, давай. Какое море, ты не видишь, мы в таежном лесу. Ну, я ж поэтому и говорю, на море сейчас поедем отдыхать. У меня есть море рядом, давайте ко мне. Давайте, чините. Все, чиню, 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 чиню. Потом надо быстро возвращаться, потому что сейчас D-класс, они самыми первыми смогут прокачаться в машине, поэтому мы быстрым темпом побежим. Надо быстрее, чем D-класс, все сделать, наше задание. А ты можешь этих убивать, других типов? По сути, стоп, да. Смотри, смотри, смотри! Смотри, вон они внизу. Не, мы через лифт не пойдем, потому что там можно очень много урона полечить, а я почему-то аптечку не лечит аптечка. Я просто аптечкой пытался похилить, у меня было 10%, я не хилился почему-то, я не понял. Не знаю, странно, у меня все работает. А ты точно твою аптечку? Вот эта вот аптечка хилился? Да, 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 да. Ну не знаю, Дефрана это спасло в прошлый раз, он похилился. Комплекс сюда, но я вроде как знаю короткую дорогу. Не, давай лучше той, которую знаешь. Вот это, да-да-да, отлично, отлично, отлично. Хоп-хоп. Я уже просто понял, я просто такие игры играл очень много, я уже научусь искать, кстати, из того, что тут... А где машина находится? А машина, пойдемте сейчас к машине, она ближе всего... О, не смотрите, не смотрите, не смотрите. Тихо, 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 не смотри на него. Пока! Мим, пропадем. Пока.
Вот сюда, быстро, 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 вот сюда. Мы с Попоникой шли, вот сюда. Вот. Тихо, они где-то здесь. Фиксай! Где? Где они? Они апают тачку. Да, я слышал, они уже в тачке. Я слышал звук, да, они уже там, быстрее. Вот сюда, 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 давайте погнемте. Они уже пришли к CP-914. Да, Попоника! Да я случайно. Да, Попоника, да. Да хватит, Попоника, на другую кнопку нажми. Все, фиксай, я не понимаю, все, ко мне, ко мне, давай. Попоника, нажми. Да я в офиге, где? Идем, 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 идем. Все, вот. Стрелочка CP-934. Опа, здорово, чувачки. А, хорошо вам, да? Хорошо. Все, Попоника, давай быстрее, мы прокачиваемся, мы прокачиваемся. Все, нормально, нормально. Если у них нету аптечек, то им конец. Я сейчас вектор прокачаю. Смогу ли я это сделать, интересно? Или как вы прокачивались? А, да, да, да. Нет, не вектор не качается. Так, видимо, надо. Нет, на... нужно аккуратную, на аккуратную, аккуратную, аккуратную. Сейчас пистолет прокачаю. Хотя нет, вектор лучше. Все, третий. Патроны восстанавливает, я понял. Круто. Обалдеть, это очень круто. Кубик, так, смотрите. Аккуратно. Мне нужно разблокировать комнату со снаряжением. Где-то здесь есть такая развилка на АМА написана. Может, ты знаешь. Мы можем взять кучу оружия. О, я была там, кстати. Мне написано, что мне надо быть это устройство микрохит. Это, видимо, чтобы это устроить. Я, кстати, была где-то в АМО, я забирала по шикатке оружие. А чё не стреляла? Так я ему никого не нашла, я его в конце... Нужно найти эту комнату, где она находится-то, ё-моё. Нет, мне туда не надо, пускай они там идут с микрохитом, короче. Ну, убьёт их до персонала и убьёт, чё, какая разница. Не захотели они со мной идти искать, да и не надо. Комната со снаряжением. Я ж говорил. Я ж говорил. Я ж говорил! Зачистите комплекс от SCP персонала класса D. Ребята, ну что, сейчас понесется, понесется. Так, это мы уберем. Набор спасения вот так вот два положим. Забираем винтовочку. Патрошки к ней, конечно же. Берем дробовик и еще патроны. Все, супер. Ну, больше, в принципе, оружия здесь я не вижу, больше нету. В целом, мы готовы. У меня куча патронов, у меня куча денег. Так, это откуда я пришел? А, вот отсюда я пришел. И, кстати, здесь есть SCP, а здесь есть... Привет! Нет, ну пожалуйста! Хорошо! Все, Дефранчик погиб. Я ему уже второй раз убиваю, то есть это второй раз с него Что? Что? О, нет! 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 Быстрее к ним! Быстрее к ним! Быстрее к ним! Есть подсказка, спасибо, SCP. Как не проникнуть? О, нет! Ай, пока! До свидания! О, нет! Как открыть? Нет! Откройте кто-нибудь здесь люк! Нет! Уйди! Все, тихо. Когда я в него стреляю, я могу его замедлять. О, нет. Нет, 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 нет. Все, реактор остановлен. Слава богу, молодцы. Так, они предотвратили взрыв, отлично. SCP меня не убил. Хорошо. О, господи, как же потно и страшно. Дайте мне пробраться как-нибудь. Опа! Я на него, кажется, посмотрел. Очень плохо. Все. Вот! Наконец-то нашел. Все, вниз. Вон они, я их вижу, я их вижу. Возле реактора ходят. А оружия-то у них нету. Так, карта. Фиксай! Ну, здорово! Ну, привет! Сколько в тебе жизни? Так, стоп, я не могу. Он ему нужно восстановиться, тогда я его смогу убить. Тогда я его смогу убить. Мочи его, мочи его. Он уходит. Уползает. Ай, какой он живучий-то. Здесь специально так сделано, чтобы сразу быстро не убивать. Оставьте живых, я вам помогу. Оставьте, пацаны. Оставьте в живых, все нормально будет. Реально, тихо. Реально тихо. Все будет нормально. Что мне еще сказать? Да когда ж он умрет уже, а? А, кстати, подожди, мне надо зарядить опять микрохит, я просто на него потратил. Че он такой живучий, почему он не умирает? Я не знаю, но у него КД отходит. То есть есть летальные выстрелы, а есть вот такой вот, который замедляет. Вот когда у него красный скин пропадет, тогда можно его мочить. Если ты, конечно, сможешь убежать от нас. Либо если я живучий, как настоящий челик, но у вас пятая вот эта вот карточка есть. Вот и все, вот и все. Так, все, добей, ты где? О нет, о нет, нет. О нет, нет. Нам осталось убить SCP, иначе SCP убьет нас. Куда Добейт убежал, я не понимаю. Алло, Добейт, вы куда ушли? Сюда идите, нужно SCP убить, он у меня.
Сюда идите, вы микрохит забрали? Подожди, да, да. А, давайте, давай, давай, заряжай, заряжай, заряжай. Он у меня здесь, он у меня здесь! Как напряжно, ребята, как напряжно. Все, я понял. Они сейчас находятся, друзья, в SCP-914. Кто не понимает, они заряжают микрохит. Микрохит — это единственная пушка, которая была в прошлом раунде, которая может убить SCP. Наша задача сейчас каким-то образом убить SCP. Либо он убьет нас, и мы проиграем. То есть, скорее всего, сейчас мы можем выиграть как ученые. Он тут! А, он тут! Так, ребят. О, нет. Да! Нет! Ребята, ребята, нечеты, я хочу вам показать, что здесь происходит вообще у них. Смотрите, смотрите, что у них происходит. Капец, это нечеты, я вернусь на свое место. Просто я хочу показать, что происходит. Что я? Ты мерзил. Вон, видите, видите, добей стреляет из пушки. А я не понимаю. Нечеты, если что, я вам показываю, что происходит. А как? Добей, заряжаешь пушку, ждешь, пока она выстрелит, там КД есть. А я против него стреляю, он не умирает. Надо попасть в него прям. А почему SCP не двигается, не бьет? Вот я тоже бить не могу. Промазал, промазал. Нет, ты можешь, ты просто до летального нужно два раза ударить. Он там добит уже красненький. Че, можешь помочь им? Вот я, если что, стоял здесь. Я, если что, стоял здесь, вот выхожу из креатива. Это чтобы вам показать, что там происходит. Ладно, я понял, надо им помогать. Надо им срочно помогать. Только как это сделать, я не знаю. Я пока добегу до них, они там уже либо того убьют, либо того убьют. По крайней мере, лифт я нашел. Быстрее. SCP-914, отлично. 914. Сейчас. Подожди, я очень просто в летальное состояние. Все, я вообще 10 хп. А что у вас происходит, ребятушки? Жить дружно. Да-да-да. А я пытаюсь зарядить пылесос и пытаюсь, ну, убить его. Скромник успокоился, да? Да, он успокоился, лучше, знаешь, еще больше зарядов сделаю. Подсказка для SCP. Ты можешь вставать вот туда вот, чтобы когда он телепортировался, он сразу на тебя посмотрел, если что. Он в пол все равно будет смотреть. А давайте, знаете, что сделаем? О, нет! 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 Набор спасения! Набор спасения! О, нет! Нет! Только не меня! Нет, я не могу оружие взять! Я не могу оружие взять! Да бей, тупей его уже как-нибудь! У меня 10% жизни! Ты можешь в нем выстрелить или нет, а? О, нет, мне конец. Мне конец. Да убей же ты его, добить, криворукие! Я все! Я, понимаешь, мне опять я в предметном состоянии. Попонника, где она? Я тоже красный, не могу позиции. Понимаешь, оно у меня специально уходит. Ты криворукий, отдай мне это оружие! Я даже выкинуть не могу, оно у меня уходит, оно мне... Все, смог выкинуть. Забирай, раз тут такой у нас... Я не могу, я в предсмертном состоянии, не могу... Так, тихо. Опа, все. Так. Все, осталось его убить, просто осталось его убить. Вот вообще положиться на них нельзя. Тихо. О, нет, о, нет. Нет! Да? Конечно. Я выстрелил в него! Я в него просто, понимаешь, несколько раз стрелял, несколько раз подряд. Несколько, я прям видел, что этот снаряд прям летел в него, но почему-то нет. Выстрел точный последний в SCP, вы видели? Давай, пока, папа. Господи. А у вас просто так тоже смешной такой крутит головой? Слава богу. Это шок, ребята.